Добрый день, уважаемые болельщики! Телеканал «Иночик» совместно с официальным сайтом fksaxon.com рады приветствовать вас на матче 16-го тура дивизия между командами «Саксон» и «Святой Георгий Сурученый». Сегодняшний матч буду смотреть и комментировать я, Николай Кадын, это мой дебют, поэтому не судите строго, если у меня что-то не получится. Начнем с состава. Футбольный клуб «Саксон», футболисты в синих футболках. Ворота Дмитрий Раду, номер 12. Защитная линия, номер 2, Василий Цугутский. Номер 3, Андрей Порфиряну. Номер 4, Константин Калмыш. Номер 5, Георгий Мыца. В полузащите сегодня у «Саксона» сыграют номер 7, Андрей Донич. Номер 8, Михаил Робул. Номер 9, Сергей Истрати. Номер 11, Дмитрий Варнишил. Номер 24, Андрей Препелица. И номер 77, Игорь Мораль. Запасные, Василий Буза, номер 1. Номер 13 – Максим Богачик, номер 14 – Алексей Прокопьев, номер 15 – Виктор Арнаут, номер 17 – Виктор Иордаки, номер 18 – Вадим Гюзель, номер 33 – Рувин Кусурсус, главный тренер команды – Иван Бурдунюк. Гости – футбольный клуб «Святой Георгий», футболисты «Красный футбол». Номер 1 – Андрей Диденко, номер 4 – Теодор Аларь, номер 6 – Игорь Бычков, номер 8 – Александр Капыцанов, номер 10 – Александр Цуркан, номер 11 – Юлиан Бурсук, номер 13 – Ярослав Михай, прошу прощения, номер 17 – Константин Клымодялы, номер 18 – Юрий Грошев, номер 20 – Егор Муковоз, номер 21 – Теодор Лунгл. Запасные футбольного клуба «Святой Георгий». Номер 7 – Андрей Реницы. Номер 23 – Андрей Бурсук. Номер 24 – Виктор Кулай. Номер 26 – Ион Гуцу. Главный тренер команды гостей Юрий Грошев. Сегодняшний матч судит Иван Арнаут из Кирсова. Ему помогают Николай Милентий и Григорий Дерзий, оба судьи из Камрата. Четвертый арбитр – Петр Стоянов, город Тарапеев. Инспектор матча Виталий Мельник, тоже город Тарапея. Вот такая вот у нас вот такая южная бригада судей. С мячом футболисты «Саксона» Василий Цугутский. Так, смотрит Василий, куда можно отдать пас. Донич. Заброс. И там Сергей Истрати. Будет гол или нет? Удар. Это больше даже на вес, что ли. Не получается здесь... то, чтобы открыть счет, даже попасть в створ, но надо с чего-то начинать. Какая ошибка игрока Святого Георгия? Это Теодор Лунгу в атаке «Саксон». И будет гол или нет? Вратарь играет на выходе. Шумиха на поле. С мячом защитники Святого Георгия. И вот пошла контратака гостей. Прорывается по правому флангу Егор Муковоз, но мяч уходит в аут, вне игры. С мячом футболисты «Саксона». Андрей Донич. Цугутский. Варнишил. Обратно на Цугутского. Мыца. Ищет Георгий, кому бы отдать пас. И что-то у него получается. Калмыш. Препелица. Снова Цугутский. Контролирует мяч команда хозяев. Не поняли друг друга, но мяч оставили в игре. Молодцы. Донич. Цугутский. Пока что-то не получается выйти со своей половины, но зато с мячом. Зато с мячом. Мяч получил Андрей Препелица. Отлично, отличная обводка, замечательно. Обратно, Мыца. Навес в штрафную зону. А Дмитрий Варнишил не догоняет мяч.
Удар от ворот. Всего футбольный клуб «Саксон» играл со Святым Георгием. Сейчас это четвертая игра, если я не ошибаюсь. Правда, раньше были игры против Дубля Святого Георгия. Ну, для сравнения, в Сурученах в матче первого тура этого года «Саксон» одержал победу со счетом 1-0. На 94-й минуте был забит замечательный гол Александра Амброси с углового ударом головой. Ну, посмотрим, что покажут «Сороки» сегодня. В принципе, на поле сейчас две одинаково сильные команды. И Святой Георгий с мячом, что там? Сейчас, хотя плохо вижу, что здесь происходит. Аут. Аут в пользу Святого Георгия. Донич, умница, Донич, отлично отыграл в защите. И что здесь у нас решает судья? Без разговоров. С мячом Юрий Грошев был. А теперь у нас там, честно сказать, я даже не вижу, кто это, но игрок Святого Георгия. Вот такой вот своеобразный навесоудар в штрафную зону футбольного клуба «Саксон», и Раду будет выбивать. Нет, Раду дал пас. Сугутский. Мыться. Все как на тренировке. Калмыш. Вновь Цугутский. Ищет Василий возможности развития атаки. И вот она возможность. Нет, не точный пас от Игоря Мараря, если не ошибаюсь, это был он. И с мячом Святой Георгий. Или Святой Георгий, как вам больше нравится. Дмитрий Варнишел играет в подкате. Нет, это Игорь Марай. Прошу прощения за свою ошибку. Но есть шанс что-либо показать. Вот он, Марарь, Робу. Ну, это ж... Ну да, куда, Миша? Надо смотреть, кому давать мяч. Ну, волнуются ребята, все-таки... Это уже игра чемпионата. Игра с серьезным соперником. Святой Георгий один из них. Это очень серьезный соперник. Команда идет на втором месте в дивизии. В прошлом году играла в высшей лиге. Да, она давно играла в высшей лиге, поэтому Саксону сегодня немножко тяжело. Препели создает отличный пас в разрез на Варнишела, но Дмитрий не успевает. И защитники страхуют, там вратарь. Ну, видно, что Святой Георгий тоже не лыком шиты. Понятное дело, они хотят играть, они это умеют. Ну и наши ребята, я думаю, сегодня что-либо покажут. А пока с мячом Святой Георгий был. Калмыш. Сугутский. Это Мыца, прошу прощения. Георгий Мыца, или Джиджи, как его еще называют ребята в команде. Костя. Варнишел принял мяч, отдал на Мараря. Ну, ребята, ищите возможность. Рову. Упускает Миша мяч. Очень серьезная ошибка, но ничего. Михаил Рову себя очень хорошо показал в матче с Шерифом 2, в товарищеском матче, в котором «Саксон» одержал победу со счетом 1-0. Робот подрабатывал и в защите, и в нападении, и везде. Впрочем, сейчас у нас другая атака, и в атаке «Саксон», но не получается пас у Варнишела на Донича. Но мяч остается у «Саксона». Рамон с мячом. Пас на Мыцу. Калмыш. Что еще можно сказать по игроку Константину Калмыш? Он воспитанник «Зимбру». Молодой игрок. Игрок 95-го года рождения. Выступает за молодежную сборную своего возраста до 19 лет. Хороший защитник. Что еще можно о нем сказать? А пока с мячом с Святой Георгием. Ну, пошли игры пятками. Гости уверенно себя сегодня чувствуют. Удар, ну это лишнее, я думаю, с такой дальности. Да и до штрафного не добросить, не то чтобы в ворота попасть.
Сундул Георгия по правому флангу. Саксон в защите. Пасуют обратно игроки гостей. И здесь нарушение. Что там творится? Будет штрафной удар. Так, у мяча футболист Святого Георгия. И отсюда плохо видно, кто именно будет бить. Вот сейчас мы и посмотрим. Кто это у нас? Кажется, Юлиан Бурсук у мяча. Нет, он уходит. Удар Александра Цуркана. Но мяч попадает в стенку. И там Рамон. Рамон страхует своих защитников. Молодец. Донич. Мэйса. Субуцкий. Парнишел. Мыца. Мораль дает пас на Препелица, но не получается пас. Святой Георгий с мячом. Нет, теперь мяч у нас. Мораль молодец. До последнего рубится Мораль. Парнишел с мячом с правой стороны. Ждет Дима, ждет, смотрит, кому можно дать пас. Тут Калмыш. Ну, Костя, подавай штрафную. Будет подача, я думаю. Вот она подача и защита. Защита Сундул Георгий выбивает мяч на угловой. Тренер Саксона Иван Бурзнюк подсказывает своим ребятам, как правильнее сыграть в этой ситуации. И Михаил Робу будет подавать этот угловой. Почти все игроки сейчас в штрафной зоне гостей. Только три защитника стоят на подборе. Михаил Робу, подача. Вратарь. Андрей Диденко замечательно играет на выходе. Мыца на подборе. Пас. Мораль с мячом, но там нет никого, Игорь. Это, скажем так, дал выбить защитника. Препелица. И Миша, это шанс. Мяч попадает в Мораря. Вот так вот оно бывает. Футбольный клуб Саксон уверенно себя чувствует. Однако вот она ошибка. Вот она ошибка и контратака гостей. Какая контратака? Александр Цуркан. Ну не получился удар у Саши. Слава богу, что не получился. Для нас. Конечно, для него это нехорошо. Фу, вот он, первый опасный момент на 13-й минуте матча. Александр Цуркан. Ну не опасно, пробил поворотом Дмитрия Раду. 13-я минута. С мячом Саксон Донич. Отличная подача на Истрате, но защитники блокируют эту передачу. Ну, а как вы хотели. Не только вы играете в футбол сегодня, ребята. Сегодня на поле две команды. Донич, Порфириану. Не сказал ничего про Андрея Порфириану. Это бывший полузащитник, уже бывший, так сказать, из Кристаль. Капитан из Кристаль, игравший за них не только... конечно, в чемпионате Кубки Республики Молдова, но также в отборочных этапах еврокубковых матчей. Очень сильный игрок. Пополнился в этом зимнем перерыве нашу команду. Вообще, команду пополнили многие игроки. Матерые, скажем так, болельщики Саксона знают, что сейчас на поле много новичков, их можно назвать. Давайте начнем с защиты. Это, ну, в принципе, защита... Полностью защитная линия обновлена. Как вы знаете, Владимир Петков завершил свою карьеру. Латать дыры в обороне теперь будут Василий Цугутский и Георгий Мыца. Оба игрока играли в высшей лиге. Слева будет Андрей Порфириан и справа вот Константин Калмыш.
В нападении также у нас есть новое имя, новая фамилия, Сергей Страти. Этот игрок раньше, в принципе, тоже играл за Свинтл Георги, поэтому сегодня для него такой, скажем, принципиальный матч. Против бывшей команды, насколько говорят футболисты, всегда ну, играешь с двойным рвением, что ли, как, если можно так сказать. Будет штрафной у ворот Саксона. Мячай Лунгу. Теодор Лунгу. Подача. Что у нас там? Будет вынос, да? Нарушают правила игроки Святого Георгия в атаке. И с мячом футболисты Саксона. Мораль. Есть шанс. Робу открывается слева. Но нет, пас не на Робу, а на Истрати. Истрати. Но там Юлиан Бурсук страхует. Но мяч остается нашим. Робу будет бросать аут. Порфиряну. Порфиряну назад. Сугутский. И это навес. Ну и Страти, можно бить. Нет, сигнализирует об офсайде боковой. Серега, садись, Серега! Ну, что сказать. Нужно работать дальше. Андрей Диденко выбит мяч. Отворот. С мячом Светл Георгий. Защитники Светл Георгий. Ищет. Капацине. Михай. Капацине снова. Плымодяло бежит. Бежит Плымодяло, но мыться ему преграждает путь. Хорош мыться. Это очень опытный, грамотный защитник, понюхавший порох у высшей лиги. К нему, в принципе, я думаю, у болельщиков вопросов не возникнет по ходу сезона. Вообще команда укрепилась очень хорошо. Есть шанс на Робу, ребята, он бросит. Но нет, не видят Михаила партнеры по команде. Ну, теперь только увидели, ну, когда там уже защитники. Перехватывается пас Донича на Препелице. Но мяч остается у Саксона. Калмыш. Истрати прибежал уже к центральному кругу. Донич. Марарь. Препелице. Калмыш. Мыца. Что-то ищут. Ищут игроки Саксона брешь в обороне гостей. Я думаю, что я открою вам Америку, если скажу, что мяч больше находится у наших игроков. Не потому, что я представляю команду хозяев, нет. Потому что это действительно так. Здесь нет никакой субъективности. Прессингует мораль соперника и есть шанс. Прессингуй до конца. Нет, нет ошибок у Свинтл Георгия. Это грамотная команда. Иначе бы она не находилась бы так высоко в турнирной таблице. Шукан отлично играет головой. Здесь Плымодяло, но защитники блокируют такие вещи. И на газоне игрок Свинтл Георгия номер 8 Александр Капацине. Что у нас там? Требует медика. Выходит медик на поле оказать медицинскую помощь. Вот такая у нас заминка небольшая. Матч. Мини-перерыв. Ждем, пока Капацине уйдет за пробку. Так. С мячом Дмитрий Раду. У Раду мяч. У мяча Раду хотел сказать, но для дебютанта это нормально, я считаю. И будет у нас фейерплей. Гости отдали мяч хозяевам по всем правилам фейерплей. Похлопаем, да, зрители хлопают. Мыца, Калмыш.
Крепелица. Клеца. Цугутский. Робу. Но Цугутский. И вот он пас, вот он пас. Ну, вратарь, в принципе, выходил. Да зачем он выходил, если мяч уходил? Сейчас вот он дернет. Сейчас будет удар от ворот. Удар от ворот. Робу. Была опасная игра, по мнению судьи, в адрес Михаила Робу. И с мячом Саксон, в частности, Донич. Нет, не Донич, а Мыца. Навес на Препелица Андрея. Но сейчас посмотрим. Да, наш аут. Алмыш. Можно вешать. Перехватывает игрок Сентул Георгий мяч. И бежит по левой бровке. Рядом с ним Константин Калмыш. А это Лунг, Теодор Лунг. Увидел там партнера справа. Как здорово открылся Цуркан. Будет опасно. Нет, это вне игры. Вне игры, я полностью согласен с арбитром. Марарь. Ребелицу. Вообще, если так посмотреть, здорово играет команда в пас. Видно, что даром она на тренировках времени не теряла. В этом межсезонье Саксон провел много матчей товарищеских. И кроме этого, участвовал в Кубке Редуцану, Кубке города Кишинева имени академика Сергея Редуцану. Что тоже можно назвать определенной такой предсезонной подготовкой. В частности, не только в этом кубке, а вообще в товарищеских матчах были обыграны, я уже говорил, Шериф 2, это очень серьезный соперник, а кроме этого, Энергетический Рапид со счетом 2-1 одержали победу наши футболисты. Вот, если не ошибаюсь, тогда забили Алексей Жасан и Игорь Мораль. Игорь Мораль вообще много забивал в этом межсезонье, в этом зимнем перерыве, и я думаю, что и в чемпионате у него все получится. Вот он, пас-удар. Вратарь ошибается. Можно, Варнишел? Грызи до конца. Умница. Замечательно играет Саксон. Здорово. Я думаю, болельщики довольны. Болельщики, которые очень давно не видели такого футбола. Пускай даже и в дивизии А. Цугутский. Есть возможность отпасовать направо. И Мыца следует этому. Донич, игрок, которому 35 лет. Он как мальчик бежит в штрафную зону гостей. И это, в принципе, номинальный защитник, который сегодня играет в опорной зоне. Но это защитник, я прошу заметить, игроку 35 лет, он даст фору еще многим молодым. Здорово, пока. Пока, правда, не получается у Саксона распечатать ворота гостей или даже создать хотя бы какой-то 100% момент, который можно сказать, да, здесь был шанс забить гол. Но посмотрим, что будет после этого углового. Нет, углового не получается, у Робу не получается нормальный пас. И будет аут. Препелица. Вот как он увидел Цугутского, и это гол, да? Нет, это не гол. Кроме этого, здесь еще есть вне игры. Наносил по воротам удар головой Сергей Страти. Но наносил удар по вратарю, можно так сказать, потому что он бил во вратаря. Ну, тяжело. Очень тяжелая, очень плохая погода. Холодно, ветер. Тяжело играть в таких погодных условиях. Хорошо, что не дождь хотя бы. Был дождь весь день сегодня. Поле, в принципе, немножко мокрое. Но тем временем Саксон в атаке. Константин Калмыш. Варнишел. Что придумает Дима? Калмыш. Навес в штрафную зону. Но это для защитника. Да, Варнишел. Можно бить. Постарайся. Да, отличный удар. Если не ошибаюсь, это угловой. Нет, это не угловой. Мне показалось, что мяч задел перед тем, как пролететь над воротами. Мне показалось, что он задел и ногу игрока гостей. Ну,
Как говорится, когда кажется, нужно креститься. Нет здесь углового, есть здесь удар от ворот. Диденко выведет мяч, ведет мяч в игру. Ну, калмыш, ты. Мальца. В прошлом году футбольный клуб «Саксон» дважды играл с дублем «Святого Георгия». Обе игры закончились с разгромным поражением суручанской команды. Ну, это и понятно, в принципе, за «Святой Георгий» того времени, за «Святой Георгий 2». Играли молодые игроки, у нас уже тогда были опытные ребята. Скажу вам сейчас результаты. Первый матч закончился со счетом 0-3. Матч проходил в Сурученах. А во второй игре тоже сильнее были футболисты с Саксона, но счет был 4-0 на Камрадском стадионе. А пока атака, ну я не видел, чтобы там было вне игры, и Страти мог вытащить что-то вот из этого момента, но судья сигнализирует об офсайде. А во второй игре прошлого года, что характерно, в прошлом году, да, в ворота дубля Святого Георгия три мяча провел Максим Богачик. Это был его первый хитрик в дивизии. А тем временем замена у Святого Георгия, это, скорее всего, вынужденная замена, иначе не думаю, что тренер менял бы игрока на 27-й минуте. Ион Гуцу выйдет вместо, честно сказать, наверное, травмированного Капецина. Сейчас увидим, я думаю, что Ион Гуцу заменит Александра Капецина. Если не ошибаюсь, его даже нет на поле. Смотрим на арбитра, что он нам покажет. Гоцу выходит, а кто уходит? Ну, не увидел я, кто уходит. Ну, значит, будем считать так. Александр Капецино ушел с поля, ну, из-за повреждения, и вместо него вышел Ион Гоцу. На 27-й минуте. Тем временем штрафной удар у ворот гостей. Варнишел. Будет там что-то или нет, это гол. Нет, это был бы гол, если бы не вратарь. Ну, я, конечно, прошу прощения, сегодня я, конечно, болею за хозяев, но не могу и не болеть за родную команду. Ну, надеюсь, что на моей работе не скажется. Рамон выбивает мяч. Будет аут. Мяч в руку попал, если мне не изменяют мои глаза, но игра продолжается. Наверное, потому что с мячом футболисты хозяин. Варнишел, неточный пас, это он получился ни на рогу, ни на эстраде. Мяч остался между ними и ушел в аут. Ну, холодно сегодня, я еще раз говорю. Очень холодно, тяжело, обеим командам тяжело играть сегодня. Калмыш, отлично, замечательно сыграл Калмыш, здорово. Мыца. Мыца ищет возможность дать какой-то результативный пас. Ну вот не получается взломать оборону гостей. Они очень грамотно обороняются, между прочим. Донич! Донич вновь у чужой штрафной. Этому игроку 35 лет, я напоминаю, кто не знает. Андрей Донич. Ему прорывается в штрафную зону. Пас на эстрате перекрывает его защита Сундлберги. Здорово играет Донич. Свои 35. Он показывает молодым, что нужно делать на поле. Кстати, капитан команды Андрей Донич после ухода Владимира Петкова. Донич занял пост капитана, или как правильно сказать. Должность, скажем так. В общем, Донич сегодня капитан. Не только сегодня, вообще. Еще один удар от ворот.
подскользнулся Василий Цугутский, поэтому не получился у него пас, но это не страшно, действительно, поле мокрое, я уже говорил, был дождь. Рамон выбивает, Препелица, здорово играет, здесь ему пламыдялы, конечно, ну, скажем так, мешает, но... Пока ничего не получается ни у одной команды у чужих ворот, так как в основном мяч в центре. Ошибается Донич, какая ошибка, и это может привести к опасным последствиям. Калмыш отдает пас на Мараря, и что-то получается у Мараря, пас на Истрате, догонит ли он этот мяч? Догоняет Сергей этот мяч? Нет, не догоняет, мяч уже в ауте. Финтлберг с мячом. Пас защитникам Саксона. И там Рамон. Субботский. Мишел. Не поняли они друг друга. И здесь нарушение, конечно. Не нужно иметь много мозгов, чтобы понять, что здесь было нарушение правил со стороны игроков Саксона. Мяча Теодор Лунгу. Прежний штрафной удар также исполнял он. Пробил стенку. Посмотрим, что Теодор покажет на сей раз. Это пас на Юлиана Бурсука. Бурсук попытался забрать под себя. У него это получилось. Он сохраняет мяч, но защитники поспевают совсем кстати и выбивают этот мяч. Порфириану. Порфириану разгоняет атаку. Есть шанс пробить направо. Здесь есть Препелица Андрей. Но что-то ничего не получается сегодня в атаке у нашей команды. Ломодиалы. Пас в центр. Там у нас Ион Гуцу, вышедший на замену. Лунгу, прошу прощения. Лунгу дает мяч Марарю. Марарь ищет возможность развития атаки. Донич. Препелица. Касание нужно было, я думаю, переводить этот мяч, но не получилось. А тем временем у нас дождь на стадионе, опять мокро и опять тяжело играть. Этим можно объяснить количество падений. Да и вообще сложно играть в дождь. Пойди подстройся под такой мяч. Да и вратарю сложно такой мяч ловить. Все в разных условиях. Нельзя говорить, что кому-то, что кто-то играет в сухую погоду, а кто-то в мокрую. Все играют в дождь. И нападающие, и голкиперы. И для них это двойная ответственность. Юрий Грошев с мячом. Это играющий тренер Светлогеоргий. Тоже очень опытный, взрослый футболист, с которого точно так же футболисты должны брать пример помоложе. Свои годы, немалые годы, этот футболист показывает еще игру, за которую его могут благодарить болельщики. Субботский выбивает мяч, и здесь только Варнишел. Варнишел его сохраняет, Истрати. Ну, на двоих сообразите что-нибудь, Истрати. Пас в разрез на Варнишела. Варнишел в штрафной зоне. Там гол! Гол! Сергей Истрати! Сережа! Отличный, отличный, замечательный, здорово играет Саксон. Дмитрий Варнишел дал пас на Сергея Истрати, который касанием перевел этот мяч в ворота. 1-0 в пользу Саксона. Замечательно. Здорово играет Саксон. 34-я минута. Сергей Истрати. 1-0. Ребята, вы на правильном пути, болельщики в вас верят. Слышим пение болельщиков. Они рады, рады этому голу, рады футболу, в частности, в Чедерлунге. После такого перерыва зима была сложной, но теперь она позади. Бурсук. Субботский. Порфириану.
Донич, Цугоцкий, Мыца, Калмыш, обратно на Георгия Мыцу, Цугоцкий. Мыца. Пас на Препелицу, но не получилось принять этот мяч. Ему мешал, скажем так, Юрий Грошев. И еще одна атака. В принципе, по прежнему сценарию Дмитрий Варнишел прорывается. Но не получился на сей раз пас у Дмитрия, к сожалению, к нашему с вами сожалению, уважаемые болельщики футбольного клуба «Саксон». Робу! Препелица! Это гол! Гол это или нет? Это было вне игры. Кстати, Андрей Препелица – это бывший игрок Свинтл Георгий. Он играл за них в высшей лиге. И в игре со Святым Георгием 2 в прошлом году в Сурученах он забил замечательный гол с середины поля. Но сегодня, возможно, у него была очень хорошая возможность, стопроцентный момент. Вратарь там вытащил, я не знаю, куда упал мяч, но боковой сигнализировал об игре. Об офсайде, извините, прошу прощения. Штрафной будет пробивать Сутул Георгий. Бутсу. Гуд. Лунго. Лунго. Опасный удар. Рамон. Здорово, Рамон. Здорово играет вратарь сегодня. Вратарь Саксона. Стопроцентный удар. Стопроцентный голевой момент. Но Рамон справляется с ним. Что не может не радовать болельщиков хозяев. Головой. Еще один момент. Я думаю, что Рамон должен был выходить тогда. Но благо, что у гостей ничего не получается пока. Ну, я опять же повторяюсь, я сегодня, конечно, болею за Саксон. И да простят меня болельщики Святого Георгия. Ну, не могу я иначе. Будет удар от ворот. Трати. И здесь Пламадиала. Константин Пламадиала. Уцу, вышедший на замену. Пламадиала попытался дать пас в центр, но вместо этого дал мяч сопернику. Саксон, в свою очередь, сделал то же самое, теперь мяч у Святого Георгия. Замечательно играет Ярослав Михай. Сохранил мяч в такой сложной ситуации, где вокруг были одни игроки нашей команды, игроки Саксона, прошу прощения. И в атаке Саксон. Штрафной. И карточки не будет. Не думаю, что будет. Нет, карточки не будет. Истрати. Истрати пока лучший в атаке нашей команды. В атаке Саксона я опять прошу прощения перед болельщиками Святого Георгия. Если таковые нас сегодня смотрят, Робу будет подавать. Со второго этажа забить может Игорь Морарь. Он замечательно играет головой. Но подача у Михаила Робу, мягко говоря, не получается, и мяч улетает за ворота. Недоволен, недоволен тренер хозяев, ну конечно. Взять и подарить мяч сопернику, каждый был бы недоволен. Донич, Калмыш, Мыца, прессингует Пламадиала Георгия Мыца, но не получается ничего. Футболисту гостей препелится. Цугуцкий. Навес на Калмыша. Мораль. Калмыш. Обратно на Мораря. Мораль может вешать штрафную, но сильно-сильно и мимо. Ну тут разве что в регбийные ворота можно было бы забить.
Ну, сегодня мы играем в другой футбол. И с мячом футболисты Святого Георгия Олари. Игорь Бычков сейчас наткнулся на игрока Саксона, и так тот его так корпусом убрал. Звонич. Не получается подача на Препелицу. Я думаю, что она была на Препелицу. Там больше не на кого было. Препелица здорово играет в подкате, выбивает мяч. Мяч у Варнишелов. Здорово себя чувствуют футболисты Саксона и Страти. Догони мяч, Сережа. Догнал мяч Сергей. Но будет удар от ворот. Здорово сегодня играет Истрати. Хотя сейчас нужно было ему бежать сразу. Он не ждал, наверное, мяч. Ну, тяжело. Опять же, повторюсь, тяжело играть в таких погодных условиях. Хотя болельщиков, несмотря на погоду, пришло немало. Я думаю, человек 600, думаю, есть. Если посмотреть на обе стороны. Аут. Мяч вводит в игру футболиста Святого Георгия. Молодца. Донич. Марарь, Рову. Порфириану, вспомнили про Андрея, здесь Мыца. Мне кажется, сегодня больше всех владеет мячом Цугуцкий и Мыца. Несмотря на то, что это центральные защитники. Ну, игра, можно сказать, складывается даже от обороны. И вот она, еще одна возможность забить гол. Робу, пас на Порфириану, Истрати! Его сбивает в штрафной зоне. Я не знаю, о чем думает главный арбитр, я не вправе его критиковать. Все-таки это квалифицированный специалист. Кстати, у нас сегодня бригада арбитров исключительно южная. Главный арбитр из Кирсова. Боковые с Камрата. И четвертый с инспектора мистер Кли. Сегодня арбитры с юга. Донич. Это было нарушение. Если мяч не останется у футболистов хозяев, то судья должен им его вернуть. Ну не стыдно ли? Где ваше уважение? Где ваша субординация? Нарушать правила против Андрея Донича, игрока, который в отцы вам годится. Порфириану. Донич. Препелица. Не дошел до мяча Препелица. И мяч ушел за ворота. Ну что-то он не бежал даже вовсе. Ругаются игроки на поле. Ну как ругаются? Указывают друг другу на замечание. Так, наверное, будет правильнее сказать. Игра рукой. У Александра Цуркана. Я думаю, что это сегодня единственная надежда Святого Георгия. В принципе, Цуркан и Лунгу. Это игроки, у которых сегодня что-то получилось в атаке. Подскользнулся игрок Свентл Георгий, прошу прощения. И аут. Будет аут. Лунгу. Удар, опасный удар. Рамон фиксирует этот мяч. Прошу прощения, отбивает этот мяч. Отбивает мяч Рамон, не фиксирует. Я, конечно, ошибся. Я хотел бы, чтобы он его зафиксировал, чтобы без вопросов, но... Джиджи. С позволения болельщиков, я буду его именно так называть, как его именуют
футболисты хозяев. И у нас перерыв после первого тайма, счет 1-0 в пользу хозяев. На 34-й минуте Сергей Истрати после паса Парнишелла открывает счет. А мы уходим на перерыв, оставайтесь с нами. Бери этот мяч, сейчас нам боковой арбитр покажет, кого меняет. 24, да. Уходит Андрей Препелица, вместо него выходит Максим Богач. Как я уже говорил раньше, Максим Богачик уже забивал ворота Святого Георгия, вообще как клуба. Но это, в частности, была игра со Святым Георгием 2. Тогда Максим ответился хет-триком в камрадском матче. Для нас тогда это был домашний матч, потому что этот стадион, вся эта красота строилась, а мы играли в Камраде. Резвенько начинают футболисты гостей. Видимо, тренер провел психологическую серьезную работу. И пока они смотрятся достаточно уверенно. Напомню, что после первого тайма Сакса лидирует со счетом 1-0. Но посмотрим вот эту атаку. Да, даже в плюс пошла ошибка Лунгу, так как атака продолжилась. Но как продолжилось, так и завершилось. Так вот, Сергей Истратин на 34-й минуте открыл счет в матче ударом после паса Дмитрия Варнишева. Вот так вот потихоньку сыгрывается новый и старый нападающий. Есть еще у нас Алексей Жасан, экс-футболист гидегического «Рапида». Правда, сегодня он не присутствует на игре по ряду причин. Надеемся, что в следующей игре уже с «Шерифом-2» Жасан будет в заявке и на поле. Итак, напомню вам составы команд. Начну, наверное, традиционно с гостей. Футбольный клуб «Святой Георгий», но пока в атаке «Саксон». Нет, прошу прощения, в защите. Я забыл, что поменялись воротами. Итак, Андрей Диденко, номер 1. Теодор Алайб, номер 4. Игорь Бычков, номер 6. Номер 8 играл Александр Капуцин. Вместо него вышел на 27-й минуте Ион Гуцу, номер 26. Номер 10 Александр Цуркан. Номер 11 Юлиан Бурсук. Номер 13 Ярослав Михай. Номер 17 Константин Пламедяло. Номер 18 Юрий Грошев. Номер 20 Егор Муковоз. Номер 21 Теодор Лунгу. Запасные, которые остались еще на скамейке Святого Георгия, это номер 7 Андрей Реницы, номер 23 Андрей Бурсук и номер 24 Виктор Кулай. Главный тренер команды Юрий Грошев, он же и игрок. И Сакса, номер 12 Дмитрий Раду, номер 2 Василий Цугуцкий, номер 3 Андрей Порфиряну, номер 4 Константин Калмыш, номер 5 Георгий Мыца, номер 7 Андрей Донич, номер 8 Михаил Рогу, номер 9 Сергей Истрати, номер 11 Дмитрий Варнишел, номер 24 был Андрей Препелица, вместо него на 46-й минуте вышел номер 13 Максим Богачик и номер 77 Игорь Мораль. Запасные: номер 1 Василий Буза, номер 14 Алексей Прокопьев, номер 15 Виктор Арнаут, номер 17 Виктор Иордаки, номер 18 Вадим Гюзель и номер 33 Рувим Кусурсус. Это воспитанник футбольного клуба «Саксон», первый местный воспитанник, скажем так, гордость нашей команды. Главный тренер команды Иван Бордунюк. И судейская бригада. Арбитр в поле Иван Арнаут из Кирсова. Ему помогают Николай Милентий и Григорий Терзи из Камрата. Четвертый арбитр Петр Стоянов, город Тараклия. И инспектор Виталий Мельник, город Тараклия. С мячом футболисты команды «Хозяин». Прошли первые две минуты второго тайма, но пока, в принципе, команды просто катают мяч. Нету опасных моментов. Богачик. Клонич обратно на Богачика. Стеночку и страти. И обратно на Богачика. Богачик можно подавать. Есть подача!
передача! Барнишел, опасный момент. Удар по воротам. Но мимо. Диденов. Диденко, прошу прощения. Что было, судья, объясни? Цуркан. Нет, есть у нас здесь нарушение правил. Цуркан. Теперь уже. Грошев. Или это Бурсов? Нет, это Грошев. Не получилось. Контратака у гостей. Калмыш выбивает мяч, отдает его гостям. Бурсук. Бурсук. Муковоз упустил мяч и дальше Бычков не смог его вернуть в игру. И аут будет бросать Саксон. Порфирян с мячом. Под мышкой бежит боковой линии. Суслуцкий, Порфирянов, Донич. И где-то я слышу музыкальное сопровождение. Болельщики основательно подготовились к этому матчу. Есть у нас музыка. Есть музыка, народная музыка. Я думаю, что вы ее тоже слышите. Тем временем под такую замечательную музыку команда играет в футбол. В интересный футбол. Нарушение за нарушением у нас, но без этого никуда. В принципе, играет не Барселона. Играют команды, которые могут ошибаться. Муковоз. Михай. Михай. Там Бонадиала. Пускает мяч за боковую. И Калмыш. Скидывал лапу. Мэтца. Вау, такой вот мяч. Ничего опасного пока в этом во втором тайме нету. Сыграно всего лишь 5 минут. Смотрим футбол. Парнишел. Калмыш будет скидывать аут. Там Истрати. Истрати может побороться за этот мяч, и мяч остается у нас. Мяч ушел от футболистов гостей, от защитников гостей. Истрати. Истрати с мячом ищет Серега. Андрей Донич. Субботский. Порфиряну. Нарушает правила на Порфиряну, и это у нас был Муковоз. Егор Муковоз. Порфиряну. Грамотно Порфиряну обыграл Бычкова. И будет подача. Будет или не будет подачи? И видно отсюда тиска. Болельщики требуют игроку гостей голубую карточку. Но... Будет штрафной. Играет головой защитник Спентл Георгия с мячом Цугутский. Вот куда Василий прибежал. У чужой штрафной уже. Ну, пятками играем, ребята. Я понимаю, это красиво, но если это безрезультатно, то эта красота никому не нужна. Можно прессинговать с мячом Аларь. Пас на вратаря, и вратарь фиксирует мяч. Грошев. Бурсук. Бурсук. Не получается пас у Юриана Бурсука. И
вратарь выбивает мяч. Валера! Вау! Валера, мяч, мяч! Георгий, сдавайся! Бурсук. Отлично отыграл Ферянову. Опасная игра сзади, я считаю, но нет. Все-таки это футбол, да. Феряну. Назад там Цугуцкий. Варнишел. Не смог принять мяч Варнишел. Богачик. Вес Сестраки. Нет, не дошел до мяча Сергей. Вратарь Андрей Диденко фиксирует этот мяч. И тут, наверное, будет нарушение. Нет, нет нарушения правил. С мячом Андрей Тонич. И Андрей Тонич попытался дать пас Василию Саксу. Мяч ушел. Вау. Порфиряну, Порфиряну. Пас. Нету там гола. Мораль. Мораль дает пас Богачику. Богачик! Опасно! Было бы, если бы клетки там не попал. Хочет отрабатывать. Нет, нет. Что-то не допоняли. А нет, второй мяч у нас на поле. Сюркан. Прессингует его Мораль. Мораль замечательно играет. Он бегает буквально по всему полю. И аут в нашу пользу. Вот заставил ошибиться игрока гостей. Мяч у Саксона. Сестрати. Не получилось. Ну, я думаю, что не буду греха таить. Можно сказать, что Саксон смотрится лучше на протяжении уже 55 минут матча. Несмотря на попытки контратаковать, попытки гостей контратаковать, все-таки Сынтул Георгий — это очень грамотная команда, поигравшая, понюхавшая порох у высшей лиги. И они еще могут показать свою игру, но Алексей Прокопьев тем временем пошел разминаться, возможно, будет замена. Ну, в принципе, что у нас по заменам, я еще раз могу вам их озвучить. Но пока досмотрим эту атаку. Атаку Саксона. Истрати, Истрати. Паста, Варнишел, Варнишел. Дмитрий Варнишел. 2-0. 56-я минута матча. Дмитрий Варнишел забивает второй гол в этом матче. И кто же ему дал пас? Ну, конечно, Сергей Истрати. Один ассистировал другому, и тот вернул ему должок. Гол плюс пас. По одному у Истрати и Варнишела. Сегодня наши нападающие гуляют. 2-0. В перерыве, кстати, от болельщиков, так краем уха я слышал, кто-то говорил 2-0. 2-0, Саксон будет впереди. Ну, вот. Ребята разбираются. 2-0, действительно, Саксон впереди. Прессингуют, прессингуют гостей, команда хозяев. Варнишел, Варнишел. Варнишел с мячом. Есть шанс подать. Ну, не получается подача у Димы, но ему это можно простить. Он только что минуту назад забил гол. Вообще, Дмитрий Варнишел — главный бомбардир Саксона в этом сезоне. Он забил уже 10 мячей, с учетом этого.
вот такой вот выстрел Цуркана, вот выстрелом Цуркана гости решили ответить Саксону. Ну, не опасный выстрел, да и вообще он даже, мяч даже в створ не попал. А тем временем Виктор Арнаут и Алексей Прокопьев разминаются. Истрати. Истрати прессингует Аларя. Футбольный клуб так и настроен серьезно. Сегодня ребята играют на победу. Сукутский. Сукутский отдает мяч вратарю. Раду. Мэш. Раду. Прошив. Стоп, это не был Игорь, Юрий Грошев. Это был Игорь Бычков. Хорошо! Цуркан. Перехватывает мыться мяч. Марарь, Донич, Робу, Марарь. Такой вот квадратик получился у футболистов Саксона, но он прерывается. Бурсук играет пяткой, красиво и, главное, результативно. Донич обратно на Варнишелла и есть! Михаил Робу. Михаил Робу открывается и получает этот мяч. Уходит от защитника, пробил, но без результата. Мяч, вратарь фиксирует мяч. Ломодяло. Здесь Богачик. Накрывает его. Калмыш. Грамотно играют обе команды. Несмотря на то, что Сундул Георгий уже дважды, можно сказать, провалился в защите, команда смотрится неплохо, команда работает. Несмотря на то, что у них действительно сегодня Саксон сильнее. Марарь. Смотрит Марарь, кому можно отдать мяч. Нашел Георгия Мыца. Донич. Донич отдал обратно Георгию Мыца, но сильно отдал. Пришлось за ним побежать. Рамон. Бурсук. Перехватывает мяч. Бурсук будет скидывать аут. Как хорошо обворовал, так скажем, Донич Цуркана. Я еще раз напомню, что этому игроку 35 лет. И сегодня он отлично смотрится. Есть Робу, можно налево, ребята, можно налево. Не видят Михаила. Варнишел. Варнишел, по мнению бокового, был вне игры. Юлиан Бурсук разговаривает с судьей, но нельзя, нельзя это делать. Я понимаю, что есть недовольство, когда ты проигрываешь, всегда, всегда видится вселенский заговор против тебя. Но вселенского заговора нету, все у нас по правилам. Несмотря на то, что игроки имеют какие-то претензии, я думаю, что их быть не должно. Калмыш. Здесь Муково. Что за симуляция? Донич. Желтую карту. Марарь. Варнишел. Грошев забрал мяч у Варнишела. Калмыш играет в подкате. И мяч остается у команды хозяев. Бурсук. Бурсук. Опять Бурсук. Там было нарушение. Это не игра корпусом, это толчок. И даже карточка. Ну, карточка — это слишком, я так считаю. Карточки там не было, но нарушение было. Карточка Андрея Порфирянова, номер 3, чью группу пропускает. Доброе утро! Не подведи вас! Тебя гол, карточка.
А тем временем готовится замена. На поле выйдет Алексей Прокопьев. Правда, я еще не знаю, кого он заменит. Ну, сейчас посмотрим. Наверное, замена уже будет после удара. Да не наверное, а 100% она будет после удара. Бурсук у мяча. Разбегается Юлиан. Удар! Рамон отбивает. Это его мяч. Сходу бьет Лунгу, Теодор Лунгу, но это просто повод вратарю размяться. Замена у Саксона. Андрей Парфиряну, получивший минуту назад желтую карточку, покидает поле. Вместо него появляется Алексей Прокопьев. 14. Да, Андрей недоволен, конечно, наверное, той желтой карточкой. Но это не была желтая. Я, опять же, выражу свое мнение. Мячом Смитл Георгиев. Мяч попадает в руку Богатчику. И футболисты гостей получают право на штрафную. Бурсук. Здесь Прокопьев прессингует. Мораль. Отлично сыграл Мораль. Бурсук нарушал правила на Прокопьеве. Это действительно было так. И вот еще одна замена. Выйдет Андрей Бурсук. Еще один Бурсук появится на поле. Вместо Егора Муковоза у нас замена. Андрей Бурсук вместо Егора Муковоза. Муковоз или Муковоза, я не знаю, можно ли понять его фамилию. Богачик. Богачик вообще известен своей техникой. Игрок, он играет в футзал, кроме футбола, поэтому с точки зрения техники вопросов ему нет. Он не раз показывал, как может выйти из самой сложной, казалось бы, ситуации. Не могу сказать, что хозяева играют на удержание счета. Я думаю, что они даже хотят забить еще. Но все-таки гости тоже не хотят пропускать. Понятное дело, Богатчика обворовывают. Но не получается. Контратака, там мораль. Я думаю, что мяч попал в руку. Лайк. Грошев. Грошев отдает налево. Там форма Дьявола. Лунгу наткнулся на нашего игрока. Там было нарушение. Было нарушение. И это можно, ну не срыв атаки, но карточка есть. Да, желтая карточка, честно, не могу сказать, какой именно игрок нарушал правила. Я не увидел номера на спине отсюда, но просто будем констатировать, что игрок Смитл Георгиев получает желтую карточку за срыв атаки хозяина. Калмыш начал. Попадает мяч в голову Юлиану Бурсуку. Робу с Доничем там разбирается, кто должен взять этот мяч. Прокопьев. Прокопьев не может, не смог принять этот мяч. Подача была слишком сильная. Бурсук будет скидывать аут. Грошев. Кан. В атаке Смитл Георгиев, Бычков. Бурсук. Бычков. Интересная атака получается. Это Лунгу. Лунгу с мячом. Смитл Георгиев, прекращай ругаться!
Диала. Нехай. Нет нарушения правил. Нет, есть нарушение правил. И после практически 70 минут матча у нас счет 2-0. Кто смотрит нас не с самого начала, могу сказать, есть ошибка. Ошибка обороны. Но здесь офсайд. Игрок Сентулгерги находился в позиции вне игры. Счет 2-0. На 34-й минуте Сергей Истрати открыл счет. И на 56-й Варнишел удвоил преимущество. Рамон будет выбивать мяч от ворот. Варнишел может побороться за него, но здесь уже даже Истрати. Сейчас игра больше напоминает перетягивание каната. В принципе, с одной стороны, хозяева два мяча забили. Что еще нужно? Ну, может быть, если попытаться забить третий. Но в то же время, с другой стороны, команда тоже хочет забивать. И если сильно раскрыться, можно получить контратаку и гол. Можно просто подержать мяч, сыграть грамотно. И здесь была атака Георгия Мыца. Лунгу нарушил правила. Лунгу нарушил правила. Ну зачем так? Мыца уже был без мяча. И нарушать правила в этой ситуации не нужно. Какая-то стычка на поле, что ли? Доктор! Юра! Для Георгия нужен доктор. Доктор на поле. Перепутал канистры. Заставили. Заставили партнеры по команде извиниться Теодора Лунгу. Он получает свою заслуженную желтую карточку. И игра будет продолжена после того, как Мыца покинет поле для оказания первой медицинской помощи. Рамон ведет мяч в игру. Дмитрий Рад, он же Рамон. Донич, нет, Мурсук играет головой, есть нарушение правил, не получился быстрый розыгрыш, Прокопик перехватил мяч, потом сходу решил пробить поворотом, ну удара поворотом не получилось, но это же ничего страшного. 14-й, с тебя гол! Судья будет внимательный. Игорь! Богачик будет скидывать аут. Это уже не первый матч дивизии А, 16-го тура дивизии А. Вчера прошло два матча дивизии А, и зачитаю вам результаты этих матчей. Локомотив и Единцы сыграли 1-1. Голы в составе Единиц забил Попович на 65-й минуте и Черных на 88-й сравнял счет. Ну и, конечно, скажем так, сенсация молдавского футбола. Кишиневский уже теперь Верес проиграл Дачи 2 Буйка 0-1. На 11-й минуте Костин забил первый и единственный мяч в этой игре. Первое поражение Вереса за полтора года. Ну, это очень сильная, серьезная команда. Ну, даже сильные иногда проигрывают. Тем временем у нас готовится замена. Конечно, обратно в Чедерлунгу, да? Виктор Арнаут выйдет на поле. Посмотрим, кого он может заменить. Я думаю, что, скорее всего, уйдет Сергей Истратис, либо Дмитрий Варнишел. Ну, понятно, потому что также нападающий. Мяч остается у Спенсера Георгия. Влево, Данев! И контратака Лунгу. Против него Мыца. Не получился пас у Лунгу. Ну, может быть, он получился, если бы игрок... Его партнер по команде не подскользнулся. Я еще раз напомню, что у нас сегодня был дождь.
что погода не летная и не футбольная. На улице прохладно, поле мокрое, мяч тоже мокрый, бурсук. Бурсук забрал под себя одного, второго не собирался. Был удар по воротам, но удар в сторону ворот даже. Виктор Ардал. Место Сергей Искать. Сергей Искать, забивший первый гол в сегодняшней игре, покидает поле. Вместо него выходит Виктор Арнаут, номер 15. Встречают болельщики Виктора Арнаута. Это лучший бомбардир первого в истории сезона футбольного клуба «Саксон» в дивизии «Б», прошу прощения, вот как в 2010-2011 году. Виктор Арнаут в том сезоне забил больше всех мячей. Ну, тем временем «Саксон» в атаке. Мораль. Вонич. Ну, я думаю, что материться не обязательно, но иногда бывает. Прокопьев, Робу, Донич, Мишел, Мораль, Донич, Мыца, Калмыш, Мыца, пас на Богачка, Богачик обратно на Калмыша. Семьдесят пять минут сыграно. И после 75 минут счет 2-0 в пользу хозяев поля. И на разминку пошли Вадим Гюзель и Рувим Кусарсус. Пытаются футболисты гостей, ну, я бы не сказал найти свою игру, но хотя бы забить, хотя бы отыграть хотя бы один гол, а там где один, иногда и второй. Ну, сказал бы, что сегодня гостям не хватает желания. Желание присутствует у обоих команд. Просто сегодня футболисты хозяев посильнее. Видно, что сороки серьезно укрепились в этом перерыве. Варнишел оставляет дурака. Игрока Святого Георгия, но у него не получается пас. И, к сожалению, болельщиков Саксона. Мяч. У Юлиана Бурсука. Ну, здесь Рамон играет без вопросов на выходе. Все контролирует вратарь Саксона. Подача. Есть подача на Прокопьева. Алексей Прокопьев с мячом с левого фланга. Против него Ильян Бурсук. Не получилось пройти. Все-таки Ильян Бурсук — это очень игрок. Я уже говорил об этом сегодня, ранее. Поэтому, ну, просто так, здравствуй, можно я вам забью, не получится. Ну, понятное дело. Без вопросов обыграть никого здесь не получится, так как дивизия в этом году подобрана. Очень сильный соперник, и гол! Виктор Арнаут, номер 15, сыграла замена. Ошибка оборонных гостей, да. Виктор Арнаут, номер 15, забивает третий гол. На 77-й минуте матча. Дим! 3-0. Очень хорошее начало для Саксона. Я думаю, что игра сделана. Конечно, не говори, Хопка пока не перепрыгнул, но при таком серьезном давлении трибун, при такой серьезной игре футболистов-хозяев, я не думаю, что
Кости смогут отыграть три мяча. Ну, просто не верю в это. Может быть, болельщики верят, я нет. Сугутский. Наверное, отдаст дальше. Ну, да, Мораль. Нонич. Просит Прокопьев мяч. Но Мораль пасует совершенно в другую сторону. А Богатчика, и это тоже обостряет. Браво! Опасная игра у ворот гостей. Сегодня гостям будет сложно ехать домой. Когда идешь на лидирующих позициях и проигрываешь со счетом 3-0, сложно восстанавливаться. И еще одна замена у Саксона. Вместо Дмитрия Варнишева записывает сегодня второй гол. Выходит Вадим Дизель. Номер 18. 78 минут. Богатчик. Богатчик сел в оборону. Да, стоит сказать, что Гюзель поменял номер. Теперь под девятым играет Сергей Истрати. Какой опасный выпад со стороны гостей. Это был, если я не ошибаюсь, Бычков. Ну или Лунгу, я... Может быть, я обознался. Но Рамон фиксирует этот матч. Так вот, я говорил о номерах. Гюзель сменил номер. Теперь на его спине не 9, а в 2 раза больше. 18. Девятый взял Истрати. Поэтому, если, уважаемые болельщики, вы ориентировались... Опасно! Как опасно! Замиранием сердца сейчас смотрел этот момент, но мяч пролетел над перекладиной. Так вот, если вы ориентируетесь исключительно по номерам на спинах футболистов, не смущайтесь. Восьмой теперь у Михаила Робу. Девятый у Сергея Истрати. 14-й у Прокопьева. Был 20-й. И 15-й у Арнаута. 15-й, напомню, носил Петков Владимир. Бывший, теперь уже бывший капитан команды, решивший закончить карьеру футболиста по семейным обстоятельствам. Будет аут. Горочка, давай, дорогой, давай. Робу. Сугутский. Мэтца. Калмыш. Катают мяч футболисты хозяева. Что еще остается? Когда за плечами три мяча, я думаю, что больше ничего не остается, кроме как просто дожать футболиста, дожать команду владения мяча. Можно сказать, что футболисты-хозяев играют в свое удовольствие сегодня. Не было особых проблем. Я ни в коем случае не преуменьшаю заслуги футболистов-гостей. Они сегодня стараются. Ребята бьются, это видно. И это не всегда получается, но все-таки получается. Стоит похвалить за это футболистов-гостей. Но сегодня Саксон сильнее. Сильнее в 3 раза. 3-0. Алай. Бурсук. Вновь Бурсук. Робу. Замечательно играет в подкате Михаил Робу. Это то, о чем я говорил в начале матча. Может быть, сегодня он не особо виден, но в матче с Шерифом 2 он именно так и играл. Каждый подкат, каждое не только атакующее, но и оборонительное действие. В каждом этом действии он принимал участие. Прокопьев. И это нарушение со стороны Юлиана Бурсука, он это признает, похлопал так по боку Лешу. Мол, извини, я не специально. Ну, конечно, тоже не говоришь, что специально. Мораль. Прокопьев просит мяч слева, но Мораль решает отдать мяч вратарю.
почему бы и нет? Нам забивать не надо. Дай, Маска, груди его, давай, Субботский. Дизель. Был там толчок. Не знаю, насколько правильно я рассуждаю. Богачик стоит перед игроком Святого Георгия. Стоял, в таком случае, несколько секунд назад. Мораль на Прокопьева! Прокопьев, удар! Вратарь не потащил, вратарь не потащил. То есть потащил, я что-то я задумался. Вратарь потащил, но не зафиксировал. И будет угловой. Будет угловой. Замечательно. Здорово Прокопьев играет. Влился он в игру. Выйдя на замену в этом матче. Посмотрим, что футболисты хозяев вынесут из этого углового. Что четвертый мяч, я думаю, будет. Куда, кстати, для болельщиков. Ну, как говорится, раскатал губу, закатай ее обратно. У кого-то есть карандаш? Аларь. Аларь играет с вратарем. Вратарь отдает мяч обратно. Не получается в подкате у Гюзеля выбить мяч. Да, что-то защитники здесь пытаются придумать, но прессинг дает о себе знать. Василий Цугутский, центральный защитник, сейчас находится у чужой штрафной. Стоит отметить удар Василия Цугутского. Это пушка. Кто наблюдал, кто видел обзоры матчей Кубка Кишинева, наверняка видел, как бьет Василий Цугутский. Василий Цугутский, Георгий Мыцов, у всех защитников удар поставлен, я вам скажу. Синий играет, синий. Бурсук. Бурсук второй. Наверное, если... Я думаю, он не обидится, если я его буду называть Бурсук Лаш. Это Андрей Бурсук. Не знаю, сын Юлиана или просто родственник. Леша, еще! Еще один! Бурсук старший на поле с мячом сейчас. Михай. Не получается пас на Пламодиалы. Богачик накрывает мяч. И Грошев страхует. Мяч не доходит до Гюзеля. Остается 5 минут до конца основного времени матча. Счет у нас 3-0 в пользу хозяев. Голы сегодня забивали Сергей Стратин на 34-й минуте, Дмитрий Барнишев на 56-й и Виктор Арнаут на 77-й. 3-0. И в контратаке, нет, в атаке, почему в контр? В атаке футболисты гостей. Гюзель. Бурсук старший. Пас на Бурсука младшего, но не добегает Андрей на мяча и... Будет аут в пользу футболистов хозяев. Робу. Бросает аут на Лешу Прокопьева. Просто, Вася! Суркан с мячом. Можно развить ту атаку. Михай. И контратака хозяев. Прокопьев, пас на Гюзеля, набирай Вадим. Не игры. То ли Вадим там вечно сидит, то ли судьи привыкли, что он там вечно сидит. Но вне игры. Вадим Гюзель, вне игры. Бурсук. Талыш. Арнаут обратно на Константина. Богачик. Богачик. Не получилось протащить мяч мимо защитников. Но как вы хотели, не всегда же будет получаться.
Просит мяч Андрей Бурсук. Шла подача на Игоря Бычкова, но даже если бы он коснулся мяча, судья поднимал флажок, и здесь был офсайд. Узель. Пас на Прокопьева, Прокопьев принимает мяч. Нарушение было, нет? Нет, не было. Бурсук, Андрей Бурсук. На шпагат сел Игорь Бычков. Константин Калмыш. Михаил Робу. Раду! Опасно играет Робу. Нельзя давать такие передачи вратарю. Тем более, когда его активно прессингуют нападающие гостей. Донич. Мячом Лунгу. Бурсук-младший. Подача в штрафную. Там Пломыдиала, кажется. И опять мячом Бурсук-младший. Удар! Удар Бурсука теперь старшего, Юлиана Бурсука. И у нас закончилось основное время матча. И к нему добавлена одна минута. Одна минута замечательного, здоровского футбола осталось. Огонь! Сегодняшнего. Я еще раз напомню, что сегодня голы забивали Сергей Истратин на 34-й минуте, Дмитрий Варнищев на 56-й и Виктор Арнаут на 77-й. Ну, досмотрим матч. Рано еще делать какие-то прогнозы. Ну, конечно, понятно, что хозяева сегодня выиграли. На газоне футболист гостей. Я не могу понять, кто это именно. И доктор спешит на помощь. Валера! Валерка! Валера! Собрать мячи, там один еще Жаковский должен быть. Да, и у Карамана. И четыре вот таких. Доигрывают ребята последнюю минуту. Сейчас только травмированный идет с поля. И я думаю, что после этого штрафного, ну максимум еще одного выноса мяча, судья даст свисток. Хочу напомнить всем, кто нас сейчас смотрит, что следующая игра пройдет ровно через неделю, следующее воскресенье, это у нас 17 марта. Саксон на своем поле. 3-0. 3-0. И это театр одного актера. Сегодня Саксон без вопросов переигрывает команду гостей, команду Свентул Георги, идущую на втором месте в турнирной таблице. Что ж, поздравим футболистов и болельщиков Саксона с замечательной победой. Футболистам и болельщикам Свентул Георги пожелаем удачи. Не расстраивайтесь, ребята, это футбол. Для вас работал Николай Кадын, это мой дебют. Прошу не сильно критиковать, если у меня что-либо не получилось. Я думаю, что вместе с командой буду прогрессировать я. Спасибо всем, кто посмотрел сегодняшнюю нашу трансляцию. Ждем вас через неделю, 17 числа, в 2 часа. Саксон будет играть с Шерифом 2. На сегодня все.